22 августа в Казани состоялось официальное открытие генконсульства Китайской Народной Республики на улице Подлужная. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Медшин, а также проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. По словам Рустама Миниханова, географическое расположение консульства будет способствовать продвижению Республики Татарстан в Китай. Китайской Народной Республики и китайских партнеров Республики Татарстан. Стоит отметить также то, что Казанский университет в рамках реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-образовательных проектах сотрудничает с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. На базе Института международных отношений КФУ при содействии руководства Международного совета по распространению китайского языка Китайской Народной Республики 24 апреля 2007 года в посольстве Китая в Российской Федерации было подписано соглашение об открытии на базе университета Института Конфуции. 30 мая 2007 года состоялась торжественная церемония открытия института. Институт Конфуции отвечает потребностям желающих изучать китайский язык во всем мире, помогает людям разных стран узнать больше о культуре и истории Китая. За 11 лет существования Института Конфуции в КФУ курс прошло около 1000 слушателей. Консульство Китайской Народной Республики станет главным в Приволжском консульском округе, то есть будет обслуживать также жителей субъектов Приволжского федерального округа. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Казани стало 6-м созданным Китаем в России. Также отметить стоит то, что 2018 и 2019 годы являются годами межрегионального сотрудничества России и Китая. Диана Шилова, Универньюз.